Приветствую вас, наши дорогие зрители, подписчики и жители станицы Гастогайская. Мы с вами на канале «Стройгарант Анапа». Сейчас я хочу анонсировать наш завтрашний прямой эфир. Первый прямой эфир, как говорится, у нас получился блинкомом, но ничего, с вареньем зайдет. Вот, поэтому сейчас мы настраиваем оборудование, проверяем интернет, то есть так, чтобы завтра с технической стороны у нас все было на отлично. Поэтому завтра в 10 утра по московскому времени мы ждем вас. Будем вместе участвовать в этом прямом эфире. До завтра!